Здравствуйте, здравствуйте. Скоро начнется грибной сезон. Ой, и грибники, в кавычках, начинают хамить. Вот я этот пень уже не раз показывала. Хочу показать и там на видео. Сейчас я покажу. Вот видите, это гриб-трудовик, окаймленный. Комары кусают. Видите, вот такая кайма. Она явно выражена, ее хорошо видно. Она отличается по цвету. Вот, вот этот пень, не пень, колода. Вот мы на протяжении уже, не знаю, лет 5 или 6 собираем здесь именно окаймленные. Вот окаймленный, если ему хватает жидкости, влаги, вот он такого цвета, красного, видите? И вот эта кайма явно выражена. И вот я периодически сюда захожу и объясняю. Сидят, как говорится, в Ютубе невежество. Я вот так всех невежественных нежно называю. Видите уже, грибочки. Но несъедобные. И вот очередная невежество. Я там показывала и шла, рассказывала. Понимаете, мой канал. Я говорю то, что я могу рассказать. Вплоть того, что я даже где-то могу сесть, освежить информацию, которая там у меня когда-то была. Чтобы не наговорить глупостей. Но прибегают вот такие, которые независимо от канала, независимо от тематики видео, обязательно напишут: много говоришь. Много говоришь, дорогая, тебя никто не приглашает. Я понимаю, что тебе усвоить какую-либо информацию, это очень сложно. Для тебя максимум 10-20 слов, все, что ты можешь освоить. И начинают рассказывать. Это не окаймленный, это ложный гриб, трутовик. Ты вначале узнай. Хорошо, что ложный трутовик не ядовитый. О, и типа того, ты не сдохла еще. Я обманываю людей. Это гриб, трутовик окаймленный, его нельзя перепутать ни с одним трутовиком. Если где-то вот я увижу эти по ходу, нету гриба, трутовика окаймленного, ложного. Вот видите, вот как невежество пытается что-то, чему-то доказать. Что ты докажешь? Ты невежество. 100% в лесу и даже, наверное, никогда и не было. Вот они такие, знаешь, те, всезнающие, все умеющие. Они знают, что я должна говорить на своем канале или не должна. Вон. Дорогие, где? Ну, вон березка. Вот, вот это что-то похоже. Да, вот видите, как можно попутать вот такой трутовик, который вот такой, как слоеный перех. И кайма внизу есть, но она того же цвета. Вот она имела в виду, здесь больше всего, что это и есть вот тот гриб, ложный трутовик, о котором это невежество пыталось. Но они есть еще трутовик, как-то обыкновенный, кажется, или что. Знаете, когда оно тебе не надо, то ты там и не вникаешь. Но попутать вот тот красный гриб, трутовик с вот этим копытом серым. Этот окаймленный, он такой, видите, он когда молодой, он еще как будто там такую форму какую-то имеет, выпуклую. Потом, чем больше он растет, чем старее, он более такой плоский становится. Поэтому не пишите ерунду, ну не позорьтесь, люди. Не позорьтесь. Вам хочется что-то
показать свои какие-то знания. Но для этого должны быть знания. Если я говорю, я не уверена, потому что там ложный, потом этот трутовик там, кажется, обыкновенный, то я и говорю, кажется, я думаю, меня эти трутовики не интересуют. Их нельзя ни нарезать, ничего. Хотя эти трутовики, они тоже полезные. Но почему я на них не обращаю внимания? Потому что его потом... Да, его вот хорошо поджигать. Трутовик, труд. То есть зажигали когда-то этот комаров, печки бросали. Труд. От слова труд. Гореть. Труд – это наше слово, а у них такого нема слова. Для сохранения огня когда-то их брали. Они долго горели. То есть они настолько плотные, что ты его не нарежешь. И захочешь им отравиться, не отравишься, потому что ты его просто не нарежешь, не сжуешь и все остальное. Ой. Хотя и нарежешь, и зубами грызешь. И зубами не вырезешь. Да вообще с ним ничего нельзя, вот с этими. И форма, я же говорю, совершенно другая. Цвет совершенно другой. И пишут. Ой, вот каждый год, вот сейчас, даст Бог, начнется грибной сезон, и будут писать одно и то же. Надо ножом срезать. Другой прибежит, надо срывать. Третий прибежит, уже устала слушать. Уже была видео записывала. Сейчас его надо будет, что ли, найти или подготовить. Ссылки бросать. Гриб – это плод. Не имеет значения, как вы его срезаете. Или он сам сгниет. Или его белочка отгрызет, оторвет как-то. Лапками. Не имеет значения. Грибница, она на километры. Ей не страшны ни машины, которые вот потом делают вот такие выемки. Им ничего не это. Не показывайте свою глупость, честное слово. Ну, стыдно. Это как я когда-то говорила, Сергей Герасимович, скажите, пожалуйста, люди врут, люди несут черти что, а мне стыдно. А он сказал, а потому что у вас есть совесть. А у них ее нет. И совесть, между прочим, считается, есть у тех, у кого есть душа. Не у всех души есть. Ой, поэтому такие биороботы пишут, а человек зайдет просто посмотреть и подумает. Ой, бессовестная тетка нас обманула. А вот хорошо, что вот такая правду сказала, написала. Не может невежество написать правду, потому что оно на то и невежество. Не ведает, что творит, ничего не знает и все остальное. До свидания. Ой, смотрите, комары, рой. Заходите, заходите, скоро начнется грибной сезон. Будете помогать нам собирать грибы. Ставьте мне лайк моему возмущению. Всего всем хорошего. До свидания.